Всем привет! Наконец-то открыл эту банку. И мое удивление, посмотрите. Такая вот мелкая морковка и мелкий горошек такой. Вообще такое вкусное. Я люблю горошек, но я не ожидал, что тут будет морковка. Тут нарисовано, что будет морковка. Но я не думал, что она такая маленькая. Посмотрите, какая прикольная. Вкуснятина. И это я сейчас варил супчик и добавил туда это. Вы себе представляете, 800 грамм, сколько тут, 800 грамм и 500 грамм самого продукта, ну если считать без воды, наверное, и стоит всего лишь 1 евро 20 центов. Это вы увидите в первом видео, в котором я показывал, что я покупал в магазине. Вообще прикольно. То я жарил первую банку, там было рагу с мясом, а это просто горошек с морковкой. И все, просто себе добавил в суп, и все готово. Да и так просто ложкой.